откопался в морозилке хребет. Дошла и до него очередь. Не хожу сейчас, не скупляюсь ничего, а всех кормить надо. Здесь хватит даже котикам-собачкам остатки. Вот. Это хвостик на бульон. Здесь тоже на бульончик. Это я порежу такие, сделаю. Ну, как рыба в кляре. Сделаю кляр, обмакну и пожарю. Тут косточек почти нет. Вот, вот рыбка в кляре. И потом мяско сниму с косточек. И тоже какой-то паштет сделаю с яйцом, с плавленным сырком. Может быть, морковка такое, что-то еще добавлю. Три блюда, короче, у меня будет с одного хребта. Бульон уже варится. Такой на медленном огоньке. И я все рыбные хребты ложила в кипяток, в горячую воду. Так, масло разогревается. А кляр я уже такой показывала не один раз. Это мой самый любимый кляр. Все один к одному. Майонез, яйцо и мука. Сейчас сюда добавлю соль и перчик. Все. Вы только посмотрите, какая прелесть. Это брюшки сёмги, ребрышки. Вот такая будет вкуснота. Еще вот две штучки осталось. И вот так они жарятся. Маша. Это питьевая вода. Любимое занятие. Только все мисочки помыла. Сейчас пойдет и в другой миске помоет. Машуня, выспались. Что вы мне сейчас будете вытворять? Что вы будете творить? Не хотят ничего есть. Грызут эти шарики. Грызут шарики и лапы мочат. Следов сколько опять. Я даже сама попробовала этот шарик. Ничего нет там вкусного, не пахнет ничем, не соленый, никакой. А грызут полночи. Все твои реки пересохли, да? Да, Рональд? Дышишь так? Да, чешется спина. Чешется. Крыша. Набегался. Что-то иришки твои не видать. Очень давно не видела их. Где иришка? Где подруга? Нету подруги. Все, отдыхаем, спим. Боится, что-то где-то стукнет или бахнет. Сразу лает. Боится собака. Надеюсь, все будет тихо и спокойно. Вот еще один появился. Вот еще один появился. Бродяга. Сегодня пришел весь хвост в траве, в колючках. Вот такие комары летают. Прям как слонопотамы. Рано. Кончилось. Все, съел. Стоит по полмиски полдня. Да, полмиски стояла сегодня. Петухам отдала. Теперь гремишь. Это место постскриптума. Саша говорит, какой-то запах интересный в огороде. Как мускусный какой-то. Говорит, Сёп их походил, перенюхал. Я не могла понять.
А я когда поливаю базилик, он так пахнет, если его немножко потревожить. Очень-очень пахнет. Хоть небольшие, но цветочки. Эти цветы для вас. Ароматные, пахучие. Вот еще один день закончился. Все ближе к выходному. Небо только очень странное. Солнце садилось в такую какую-то мглу. Как будто бы снова туча глиняная, сахарная. Из Сахары. Так не писали. Ну, странное какое-то небо. Видите? Затянутое. Тяжелое. Ветра нет. Комаров миллион. Все лето не было комаров. А теперь нельзя окно открыть даже. Ну, зачем открывать? Прохлады все равно никакой нет. Котики угомонились. Орешки растыкали по всему дому. Так что что-то будет ночью. Пусть лучше орешки тарахтят, чем что-то другое. Всем приятного аппетита, кто кушает. Птица какая-то полетела. Не видно. Даже две. Тихой, спокойной ночи. Уютной, прохладной подушечки. У кого жара. Завтра будет новый день. Новые истории.